то, что мое решение отменить в прошлом году фестиваль было правильным. Мы дали возможность сделать передых для всех и дать возможность понять, нужен ли этот фестиваль вообще. Особенно производителям и тот, кто участникам нашим. И вот оказалось, что взяв такой тайм-аут, все были в неком замешательстве и были в громадном ожидании этого года. И с удовольствием пошли, не надо было никого агитировать, уговаривать. Все уже были готовы, что будет фестиваль, и они будут участвовать. Людей много. Мне складывается впечатление, что достаточно хорошая информация прошла, и люди пришли, несмотря на какую-то непонятную погоду, пасмурно, дождик, но люди пришли с удовольствием. И сегодня подходили те, кто каждый год был на фестивале, и говорили, что, к сожалению, а почему в прошлом году не было? Мы ждали, мы приходили, почему не было? И с удовольствием пришли. То есть у фестиваля есть постоянные гости, и это классно. От нашей компании работают сегодня 18 аниматоров, 18 зон активности мы сделали. Мы сегодня выставили в параде нашем, кроме мороженщиков и сопутствующих товаров, у нас город мастеров. Это мастера, которые своими руками делают, вырезают, шьют бисер, там куклы, кожа и все такое. Они тоже с удовольствием поддержали нас. Было, потому что ну, реально смотрим, да, даже по наполнению лототрона лотерейными билетами, он реально в два раза больше. Даже вот, видите, дождь не разогнал людей, вроде бы часть людей разошлась, а потом опять вот, полная, перед сценой полная площадка вся. И даже ведущий Майк, он сам говорит, слушай, я по своим просто зрительным ощущениям я чувствую, что народу больше. Если говорить о мороженщиках, то они реально эволюционируют в отношении маркетингового видения праздника самого, да, фестиваля мороженого. С каждым годом я вижу, что их понимание участия в празднике, оно становится более глобальным. Осознанным. Более осознанным. Они с каждым годом они понимают, что да, не нужно просто тупо продавать в этот день. Понятно, что в этот день продажи будут только в одном парке больше, чем во всех их точках во всем городе. Да? Однозначно, что короткие продажи будут сумасшедшие. Но здесь же главное еще завоевать сердца людей. Сделать длинные продажи, да, в своем маркетинге. И многие из них это уже прекрасно понимают. И вот, допустим, с платиновым спонсором, да, с нашим генеральным спонсором компании Ice Master Ice Cream GLC Казахстан, у нас вообще сейчас очень теплые взаимоотношения. У нас каждый раз призовой фонд достаточно серьезный. Мало встретишь таких вот городских ивентов, которые делаются, ну, такие крупномасштабные, да? А здесь, если учесть, что еще делают частные компании, чтобы были вот именно такие дорогие призы, да, там и смарт-ТВ, и ноутбуки, и велосипед, достаточно серьезные велосипеды, да? То есть мы стараемся каждый раз призовой фонд держать в определенной ценовой рамке. Мы уже закладываем заранее на призовой фонд вот такая-то сумма. Просто можем варьировать сам состав призов. Ну, однозначно, естественно, оставляем топовые призы, к которым уже люди привыкают. Вообще об этом речь шла еще, по-моему, во время то ли первого, то ли второго фестиваля. Я знаю, что один из чиновников астанинских был на нашем фестивале и увидел, и сказал об этом в Астане. И нам был звонок с Акимата Астаны о том, чтобы провести там такой фестиваль. Но был очень короткий срок, невозможно было подготовить так быстро фестиваль. И сейчас, опять же, коллеги наши, те, кто готовят День города там, в Астане, обратились к нам с таким разговором, что День города будет проходить в несколько дней, и один из них планируется, что это будет День мороженого, День семьи. Да, и ну, на 99% вроде бы разговор имеет место быть, и вроде бы он должен быть получиться. Да. Когда-то давно, лет 5 назад, агентство
Браво Плюс пригласили тренинг провести по празднике по-новому, какие могут быть. И вот там было принято решение, то есть, а давайте попробуем сделать. Почему нет? Почему все время частные мероприятия, детские дни рождения, там, все. Почему мы не можем сделать это для города, в рамках города? И вот тогда как раз вызрело это предложение, и я уехал, и ровно через 3 месяца мне звонят, делаем. Это уже дало возможность стартануть и правда сделать. Плохо, конечно, что в прошлом году не было, потому что когда ты обретаешь популярность вот таким праздником, и праздник становится ожидаем, его ждут все, приходят все, радуются все, скупают всю продукцию, поэтому рады производители, рады дети, потому что они танцуют, рады звезды, потому что у них есть работа и востребованность, и такой прием зрителей их не может не радовать. То есть здесь удовлетворение происходит со всех сторон. Вот паузы, мне кажется, не надо делать. Впереди у нас 5-й в 15-м году. Вот его обязательно надо сделать, это первый юбилей. Здесь, конечно, мало уже, мне кажется, чуть-чуть мало места для зрителей. Алмата и вообще Казахстан всегда, в любом случае, он всегда это искренняя эмоция, она необъяснима. То есть она мощная, очень сильная и добрая. Если вот здесь даже вы видели эпизоды, когда мы раздаем мороженое, просто его очень много, и оно тает. И лучше отдать его людям, чтобы они съели. Это, ну, так и должно быть на празднике мороженого. Люди должны есть много мороженого и даже, скорее всего, не платить за него деньги. Это бы было еще более. Но тогда мы понимаем производителей, то есть на чем они будут делать рекламу и как они могут это все сделать. Но вот эта эмоция, если в Москве, например, в России, это все превращается в дай-дай-дай, и нельзя дать ни одно мороженое, потому что тебя потом порвут на кусочки, что мне не дали. Дай, дай, ты ему дал, а мне не дал. Вот это вот дележка, то здесь дал, и ребенок совершенно не обижен, который находится рядом. То есть он нормально, то есть ему сейчас дали, значит, и мне дадут. То есть и вот это мне крайне нравится, потому что это верх, ну, такой вот внутренней культуры праздника, когда мы просто радуемся, удивляемся, и кому-то стало хорошо, у кого-то радость, почему мне тоже не будет так хорошо, чуть попозже. А если не дали мороженое, да ну и ладно, то есть я попою, потанцую. Поэтому вот, вот это мне крайне нравится. И вот это позитивное до конца, когда музыка, все танцуют, песня, все поют. То есть играем, все играем. Там, то есть розыгрыш – это все, все в розыгрыше, в этом, все сопереживают и радуются за других. То есть вот это здорово. Это праздник детей и взрослых, это праздник семьи. Дети все равно самая благодарная публика, то есть вы слышали, как они кричали, как визжали, и в то же время мы тоже были детьми, и, в принципе, мы с Туралом всегда участвуем в социальных мероприятиях, это не важно, то есть какая целевая аудитория, то есть то это наша работа, да, это наш там бизнес, так сказать, шоу-бизнес, здесь мы просто для души, чтобы подарить детям улыбки, радость, то есть нам очень приятно, что дети кричат, когда мы на сцену выходим, что реагируют, поэтому мы только за такие мероприятия, это очень классно, что проводится на самом деле. Более взрослая аудитория уже изучает именно по твоей работе, а здесь тебя встречают просто за то, что ты делаешь, за то, что ты делаешь для них. Поэтому, конечно, здесь энергетика, честно скажу, намного сильнее. Мы всегда поддерживаем такие мероприятия, всегда рады. И детям, и также взрослым. От паровоз.